дорогие телезрители! Сегодня я приготовила для нас нечто особенное. Икар, наш опальный гений, хочет попросить прощения у жителей полиса и сделать важное заявление. Икар, вы обещаете нам сенсацию? О, не сомневайтесь. Тогда поехали! В эфире признание Икара. Я пришел признаться в ошибках своих, почитаю это своим неотъемлемым долгом. И пускай мой голос сомнительно тих, я жалею о том, что молчал непростительно долго. Да, я виновен, что дал вам крылья, да, я готов вину признать, да. На все замки, небо тяжелое, как дома. Мы приглушаем свои шаги и не даем себе слова. Кто завязал вам глаза, чтобы назвать это счастьем? Я зову вас прозреть и шагнуть в небеса, пока это в нашей власти. Летим со мной вверх по ступеням воздуха. Летим со мной, пока чужих руках. Что же из нас теперь лепят? Пусть нас огнем обжигает страх. Время порвать эти цепи. Там, за каждой чертой, там, за небесным пределом, мы пройдем этот путь лишь огнем и водой, не чувствуя веса тела. Крылья не ошибка, а инструмент познания. Мы не можем вечно прятаться под куполом. Полис обеспечил прогресс и безопасность. И кое-кое сохранили нетронутым дух. Забудем о прошлых ошибках. Пора открывать новые миры вместе. Время пришло! Летим со мной вверх по ступеням воздуха. Летим со мной, пока не поздно. Подними свой взгляд.